Бороться с пылью ясно, что не грех. Она незримо копится вначале. И при движении клубится кучно вверх, хотя до этого ее не замечали. Ничтожно, вредно мучает хозяек, и от нее то пыль, то калорифер. В нечистоте легко найти козявок. Пыль принакроет неудачность рифмы. Пыль радиации считается опасной, такая есть, что кожу разъедает. А от иной навеки взор погаснет, и голова то с плещу, то седая. Пылит иной словесным извержением, не хуже, чем Везувий и Крокотаву. Но страхом Божиим заткнем такое жерло. Ноздри малюсенькой для пыли не оставим. Но вот, читая Библию, нашел, что есть опаснейшая пыль, она на каждом. Снег поднимается, до неба виден столб. До дней последних не осядет даже. Христос послал своих учеников нести евангельское слово во вселенной. Не каждый примет, будет их готов, то кочергой греть, а то поленом. Вы на непринявших пыль отрисите с ног, им во свидетельство до страшного суда, что даже к вам в такую даль я смог прийти и принести благую весть сюда. Анализ пыли может показать ее происхождение, место, время. Как пожелаете, тогда все повернуть назад, ведь эта пыль все та же, не стареет. Цените прах Иисусовых сандалий, пусть пыль апостольская со страниц порхает. Мир пылесосится, а мы им пыль поддали, евангельская пыль свята и эпохальна. 7 ноября 2008 года.